Вась, ты спишь? Не может быть. Лена! Лена, 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 Лена! Так, давай вставай. Так. Так, вставай. Вставай, вставай. Вставай, вставай. Вставай. Лена, что? Все хорошо. Что все хорошо. Лен, я не понимаю, что происходит. Тебя с нами нет? С нами? А кто? Кто там еще с тобой? Как кто, Лена? Дети? Вася. Вася, дети со мной. Лена, дети со мной. Вася, дети со мной! Так. Значит, подожди. Значит, подожди. То есть, наша квартира с тобой раздвоилась, и у каждого свой комплект детей, так? Все, я схожу с ума. Илья. Схожу с ума. Вася, Вася, не пей! Соберись. Все, так. Фу. Все, собрался. Собрался. Да. Жизнь наша раздвоилась. Квартиры раздвоились. Весь мир не мог раздвоиться, так? Я не знаю. Может, это можно... Может, можно как-то проверить? Проверить. Так. Значит, давай. У нас во дворе, на детской площадке. Прямо сейчас. Хорошо? Около горки. Да, встречаемся, я тебя жду. Давай. Вася! Еще его нет. О, Господи!
Вася, пожалуйста, выйди на связь. Я тебя очень прошу, пожалуйста, ты мне так нужен. Папа, папа, вставай, просыпайся. Папа, я есть хочу. И Захарику нужно памперс поменять, а мамы дома нет. Папа, а где мама? Так, доча, мама уехала к бабушке ненадолго. А почему меня с собой не взяла? Я тоже к бабушке хочу. Ну, а за мной кто следить будет? М? Я ж без тебя совсем от рук отобьюсь. Так, все. Завтракать и умываться. Быстро, вперед. Алло, здравствуйте. Я бы хотела записаться к Олегу Пономареву на прием. Сегодня у меня очень срочное дело. Ой, как хорошо. А через час можно? Спасибо большое, да. Мы не опоздаем, не волнуйтесь. Ага. Соня, нам скоро идти? Соня, перестань размазывать кашу по тарелке. Я и не собиралась. Я кашу уже лет 5 не ела. Стась, привет, это я не тебе. Стась, ты можешь посидеть пару часов с детьми? У меня очень срочное дело, мне нужно отлучиться. А Васька что? У него что, сегодня отдых от семейного долга? Нет, он уехал в командировку. Братина, я не могу сегодня, у меня важное дело. Стась, возьми и смоги, я тебя очень прошу. В конце концов, ты у Васи одалживаешься с завидной регулярностью. Пожалуйста, сделай ответную любезность и посиди с детьми. Они, в конце концов, твои племянники. А вот деньгами попрекать с них хорошо. Все. Давай, я тебя жду через полчаса в нашем парке. Мама, а давай сядем в машинку и поедем к папе. Соня, это невозможно. Папа очень далеко. Что, и машина туда не доедет? Ну, а как же он туда доехал? А вот он вернется, и ты сама у него спроси, ладно? Девчонки, я бежала как сумасшедшая. И все равно опоздала. Да. Привет, помните? Привет, смотри. Привет, Соня, привет. Так, здесь вода. Для Захарика. Овощи, да? Если проголодается. Памперсы, влажные салфетки. Пластырь, зеленка, спрей от комаров. Скажи, а ты палатку с топором положила? Ну, просто очень пригодится в походе. В походе проще. С детьми никогда не знаешь, что понадобится. Так, все, я побежала. Если что, давай, звони. Пока. Пока. Пока-пока. Соня, веди себя хорошо. Угу, куда без этого? Пока. Соня, так куда у нас там папа уехал? Не знаю. Они вчера вечером с мамой громко разговаривали, а утром его уже не было. Угу. Так, значит, знаешь что? Пойдем на карусель, и ты мне расскажешь, о чем папа с мамой спорили, ладно? Угу. Я тебе мороженое куплю. Ура! Пойдем, толкай. Можешь, но тяжело, нет? Нет. Мой хороший Захарик. Так, дочь, где мама кофе хранит, а? Я уже все обыскал. Осталось только пол вскрыть. М? Вот он, в этой банке. Да, очень оригинально. Так можно бриллианты хранить. А ты ее поверни. Так, я сам, все, давай, завтракаем. Захар, ешь. Так. Папа, я не хочу кашу. Она невкусная, не комки. Так, давай. Размешай, будет вкуснее. Ешь. Мама кашу без комочков делает. Так, ну и чем тебя кормить? Торт шоколадный. Понятно. Захарь, ты хорош. Сейчас всем тихо. Да. Актив? Да, Евгений Ильич. Ты где? А, нет, я не могу, я с детьми сегодня. Жена уехала. Это твои проблемы. Через час жду тебя в парке, где... Это плохо. Это плохо. Захарик, ешь. Захарик. Захарик, Захарик. Алло, Стася. Так, ну-ка давай, спасай меня. Выручай. Лена уехала, я с детьми, мне на работу надо. Сегодня никак, я на собеседование иду, извини. Ну, ни пух, ни пера. К черту. А-а-а.
Все, дети, я погиб. Вот здесь. Так. Ох, спасибо вам большое. Огромное вам спасибо. Тихо. Так, спасибо вам, вы меня просто спасли. Спасибо. Ну что, дети, пойдемте. Узнаете, почем фунт лиха. Вперед! Итак, вы позвонили мне по телефону и сказали, что у вас очень серьезный вопрос. Доктор, я оказалась в совершенно чудовищной ситуации. Что за ситуация? Мы поссорились с мужем. И оказались в параллельных реальностях. Он в одной, я в другой. И общаться мы можем только через телевизор. Очень интересно. Очень интересно. Одну минуточку. Мне нужно посоветоваться с коллегами. Одну минуточку. Алло, Светлана, будьте добры, пригласите коллег. Да, мне нужен консилиум. Спасибо. Коллеги, принимайте пациента. Шизофрения, отягощенная параноидальным бредом. Рекомендую стационарное лечение. Что? Да вы что, с ума сошли? Да что вы делаете? Дело в том, что с ума сошли именно вы. Вам необходимо квалифицированное лечение в специализированной клинике. Нет, я не могу в дурдом, у меня дети! Это для их же блага. Уберите руки! Понимаете, мы поссорились с мужем, и теперь я не знаю, как с ним помириться. Ну, почему бы просто не взять и попросить у него прощения? Что может быть проще? Потому что он виноват в нашей ссоре. Это он сидел 4 часа с этой профурсеткой и неизвестно, чем занимался. Согласитесь. Муж выполнял вашу просьбу. Но да. Если бы вы не хотели оставлять его наедине с молодой и красивой женщиной, то отправили бы его к детям, а сами бы следили за стиркой. А мне что с ней делать? 4 часа, простите. Вы могли бы пообщаться, поговорить и выяснить для себя, что вашего мужа так привлекает в соседке. Вы с ума сошли? Отнюдь. Чаще всего мужчина ищет в других отношениях то, чего ему не хватает в семье? А, то есть ему еще чего-то не хватает. Интересно, а кто-нибудь вообще спросил меня, чего не хватает мне? Чего вам не хватает? Сейчас мужа. Он в отъезде. Но ведь можно же ему сказать об этом. Ну, наверное, да. Только я не знаю, нужна ли я ему все еще. Или нет. Так, все. Саня! Пошли. Ух ты, вода. Все. Я спасен. Так, доча, папе налей. Я тебе перезвоню. Лапки. Черт, ты уже здесь. 5 минут до съемки осталось. Где тебя черти носят? Евгений Ильич, вы в выражении выбирали? Со мной дети. Я не понял, а зачем ты притащил сюда детей? Так я их оставлю, Женя. Я предупреждал. Лаптев. Держи своих детей под контролем, а не то… Женя, крепостное право отменили. Не помнишь? Очень жаль. Все, работаем. Давай. Папа, а правда, что ты мороженое будешь снимать? Правда. А ты будешь сидеть спокойно и тихо, охранять Захарика. Девочки, так, все, вперед, давай. Помогай мне. Угу. Так. Давай, рассылай. Осторожно. Вперед. Здесь. Давай. Так, отлично, управляемся. Вот. Давайте, выставляйтесь. Сейчас папа поработает. А можно мне мороженое, если невкусное, завтра? Можно, но только после вкусного обеда. Все, держи. Держи. Все, сидите здесь. Все. Спокойно, папа работает, тихо. Супер, все нормально. По кочкам, по маленьким листочкам, в ямку. Ух, провалился Винни-Пух. Так, девочки, раз, два, три. Вместе. Сексуальней. Можно посексуальней. Так, очень хорошо. Повернитесь. Так. Ага. Так.
Иди там на столе возьми. Соня, где Захарик? А, я не знаю, я только на минутку отвернулась. Так, бабушке, перерыв. А потом быстро, к тебе быстро, пришла. Быстро сюда. Так. Быстро ты сиди здесь. Поняла? Я найду папа, Захарика. Мама, нас убьет. Вот поэтому и не убьет. Все, я дома. Привет. Девочка моя любимая. Привет, любимая, привет. Ну, как дети себя вели? Отлично. Мы сначала играли в догонялки с коляской, и у меня чуть не случился инфаркт. Но Захарик меня спас. Его укачало и стошнило прямо в коляску. Поэтому мне пришлось мыть коляску в фонтане, а Захарика держать на руках. У меня руки теперь не разгибаются. Ты лучше меня смотри. Твои дети кого угодно в могилу сведут. Давай твоих подождем, тогда посмотрим. Никаких детей. Я умру бездетной. Мне вот этих двоих вполне достаточно. Тетя Стась, а когда мы пойдем гулять? С тобой весело. Никогда. Накорми меня. Заодно расскажешь, что там с Васей. Конечно, пойдем на кухню. Соня, ты голодная? Нет. Будем продолжать работу. Нет, старик. Все прекрасно. Рано все тебе еще в самоволке уходить. Вы понял? Чудесно. И уползать. Еще ярче. Еще. Так, подождите, подождите. О, боже мой. Женя, я сейчас все исправлю. Не надо ничего исправлять. Ты давай, 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 снимай. Смотри. Весь какой кадр? На камеру, что ли? Ну не ведром же. Лаптев, давай, давай. И что, фотографировать ее? Лаптев, ты что, на солнце перегрелся? Давай вперед. Ладно, давай. Пусть с ребенком посидят. Умеешь? Девчонки, держи. Давайте, давайте, давай, давайте. Держи. Все, аккуратно. Вперед, да понял, вперед, я понял. Вперед, вперед! А, Сонечка! Папа, тебе все не было и не было. Я такая голодная была. Я так больше не буду. Ты не отвлекайся, а папа пока пофотографирует. Так. Дочь, я бы на твоем месте времени не терял. Папа устал. Ужин готовить не будет. Ну, вперед, впрок. Так. Так. Очень хорошо. Отлично. Еще. Так. Давай, 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 давай. Так. Ну. Еще, 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 еще. Ну, еще, еще, давай, давай, больше. Нормально? Слушай, а куда Вася уехал? Я ему звоню, у него абонент не обслуживается. Наверное, телефон отключили за неуплату. Он в командировке. А где именно? Название этого места есть? Есть, конечно. Только я забыла спросить. Он вернется, сам тебе все расскажет. Когда он вернется? Просто Соня сказала, что перед его командировкой вы очень громко разговаривали. Ну, я точно не знаю. Сказал неделя, полторы. То есть, чтобы ты и не узнала, куда Васька намылился, да еще и насколько, я никогда не поверю. Так, Стась, а? Может, хватит вопросов, а? Здесь тебе не викторина. Давай мы сами разберемся. Что делать, что случилось. Во, вот это просто бомба. Да. Девочка готовая звезда. Кстати, откуда ты ее взял? Она моя дочь, Женя. Откуда взялась? Не надо, догадался. Молодец, Лаптев. Хорошую смену растишь, а? Да, стараюсь, стараюсь. Кстати, на правах родителя. Готов обсудить гонорар будущей звезды. Ты с ума сошел? Какой гонорар? Она же твоя дочь. И вообще, она пол торта съела. Да, самоотверженно работала. Вот. Торт и будет ее гонорар. Нет. Не пойдет, Евгений Ильич. Не будет гонорара, не будет фото. Дети, Евгений Ильич, очень дорогое удовольствие. Надо платить. Ладно. Сколько? Да-да-да-да. Папа, а как ты думаешь, мама уже вернулась? Вряд ли. Ну, папа, что? А кто тогда приготовит нам ужин? Ты? А что ты приготовишь? Значит, вариант у нас будет простой и походный. Пельмени. Папа, я не хочу пельмени. Я хочу пирожков с капустой. Значит так. А Захарик вообще не ест пельмени. Давай ты испечешь пирожки, а я тебе помогу. Нет, доча, вариант у нас будет с тобой другой. Мы не будем ужинать дома, а пойдем в это кафе. И отпразднуем тут первый рабочий день, так сказать. А но... пирожки там тоже есть? Ну, не знаю, думаю, есть. Но даже если нет, ты закажешь все, что ты хочешь. А, побежали? Да! Ну, побежали. Да.
что это? Дай попробовать. Нет, доча. Это лекарство для папы. От чего же лечится доблестный Каперанг? О, да лучше тебе не знать. Так сразу и не расскажешь. Ну, а ты попробуй. А, скажу просто, трудный день. Здравствуйте. Мне, пожалуйста, запеченную куриную грудку и греческий салат. Угу. Я здесь часто бываю, меню знаю наизусть. Готовить не люблю, поэтому спасаюсь общепитом и кефиром. Да, ну я думаю, я тоже здесь буду часто теперь бывать. Но кефир меня не спасет. Неужели твоя жена так плохо готовит? Мама вкусно готовит, но она уехала. И я теперь вся старшая, а готовить не умею. Ну ничего, мама приедет и научит тебя готовить. Мы не знаем, когда она приедет. Да, к родственникам уехала. Помощь им нужна. Да. Дела семейные, понимаешь? Понимаю. Ничего, что мы так детей твоих укатали и режим нарушаем? Нет. Ты не знаешь, какой у моих детей запас прочности. Ладно. Вот. Спасибо тебе. Ну да что ты, я же просто немножко малыша на руках подержала. Да нет, я не об этом. Ну а что? Не привык как-то один быть. Дома пусто. Как-то не по себе даже. Ну а как же дети? Они всегда с тобой. Да. Дети со мной. Ну, Соня спрашивает все время, когда мама приедет. А я не знаю, что ей ответить. Что все так плохо? Нет. Ладно, давай его сюда. Ничего. Давай его сюда. Уже вечером мудренее, я уверена, что все будет хорошо. Давай, Сонечка, да. Вот это. Давай, давай. Пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Сейчас спать хотят, пойдем. Так, кто одеяло все спустил? Мама, а папа завтра вернется? Я не знаю, Соня. Послезавтра? Так, спи. Послезавтра и посмотрим. Послезавтра это очень долго. Антинаучно. Шизофрения. Они что, физику в школе не учили, что ли? О, сатанисты. Приехали. Может, я схожу с ума? Коньячок мы любим. Так. Так. Давай. Что там у вас? Портал? А? Окно? Я доча. А, папа это. Волшебную страну вход ищет. И решил туда сбежать, как мама. Ну что ты, доченька,
Папа никогда не убежит от тебя. Честное, честное слово, никогда он не убежит. Чисто? Обещаю. Честное, честное папино слово. Ну что, пойдем спать. Спать. Вперед, вперед, вперед. Ты как? У тебя все хорошо? Вася, у меня все плохо. Я ничего не понимаю, Вася. Лен, милая, сейчас не плачь. Только не плачь. Ты. Все будет хорошо, я что-то придумаю, Лена. Может, мы сошли с ума все-таки? Лена, коллективно с ума не сходит. С ума сходит поодиночке. Если не считать того случая в лифте. Какой случай? Ну, как мы с тобой познакомились. Помнишь? Как ты идешь, все такая. Да, признавайся, сразу мне влюбилась. Ну, я сразу, как тебя увидел. Сразу же и влюбился. Вась, ты что, пьяный? Так, начинается. Я стекло, Лена, я трезвый. Так, не ври мне. Я же вижу бутылку. Ну, выпил две капли. Стресс снять. А дети где? Что ты с ними сделал? Накормил и спать уложил. Лена, что такая паника-то? Оттуда, что ты пьяный, а за детьми кто смотрит? Да. Родная тетка от них отказалась. Стася? Угу. А у меня сегодня Соня ее загоняла, и она у меня еще час отлеживалась. Значит, Стася у нас тоже размножилась. Вась, а ты... Ты хоть покормил? Покормил. Соня утром съела шоколадный торт. Что? Вечером она ела в кафе. Съела пять пирожков с капустой. А Захарик тоже в кафе пирожки ест? Нет, Леночка, я его баночки с собой взяла, а там Ина его уже покормила. Как интересно. Ты ее уже по кафе водишь, да? Так давай сейчас, это, без сцен. Ладно? Случайно встретились не в кафе. А, случайно. Теперь это так называется. Отлично. Что вы еще случайно успели сделать? Лена, а что за тон-то такой, а? Я что, не могу ни с кем встретиться, пообщаться? Да ничего. Я думала, что ты ищешь способ, как вернуться. Чтобы все было по-старому. А я смотрю, что тебя и так все устраивает. Да? Ты рад, наверное, даже, что я вам с Иной там не мешаю? Да не рад я, конечно. Ищу. Ищу. Вон чуть шкаф не сломал. Ничего другого я от тебя и не ожидала. А знаешь что? Ты не торопись. Я тут без тебя прекрасно справляюсь. Ты только детей не умори. Да не уморю уж, Лена, справлюсь как-нибудь. Не бином Ньютона. Что вы говорите? Может, вы еще знаете, на что у Захарика аллергия? Понадобится, узнаю. Ты лучше подумай, на что жить там будешь, а? Зарплата-то только у меня в руках, видишь? Ха, это не зарплата, это слезы. Я в два раза больше заработаю. Лежа на диване, на одних балансах. Давай. Чего? Иди заработай. Давай. Иди поработай. Ты же не помнишь уже, когда работал-то последний раз. Все, Лена. Прекрасно. Лена, возьми, это, наверное, тебе. Да, Евгений Ильич, не рановато ли вы? Снимки в работе. Хорошо. С добрым утром, Василий.
Светлана Дмитриевна, здравствуйте. Это Лена Лаптева по поводу работы. Да, бухгалтер. Да, и бухгалтерскую, и налоговую отчетность вела. Я могу приступить хоть завтра. Только мне бы работать удаленно. Да, у меня дети. Двое. Не получится? Понятно, спасибо. Олег Степанович, здравствуйте. Это Лена Лаптева. Да, вы мне когда-то работу предлагали? А, вы уже на пенсии. Да, поняла. Угу. Извините. Мам, ты чего грустишь? Что папа не возвращается, да? Нет, Сонечка. Я просто работу найти не могу. А давай поедем к папе и будем работать с ним. Не получится. Папа очень далеко. Папа нас забыл, да? Бросил. Ну что ты, Сонь? Я знаю. У Степы из 4-го подъезда тоже папа был. Потом ушел от него. Я теперь как Степа, да? Сонь, ну ты что? Что ты такое говоришь? Папа просто уехал. Ну как тебе можно бросить, доченька моя любимая? А Захарька? Я вас никогда не брошу. Веришь? Ну-ка улыбнись. Быстро иди играй, а я еще позвоню. Алло, Артем, здравствуйте, это Лена, вот которая со стиральной машинкой. Папа, посмотри, ворота здесь сделать или с другой стороны? Сонечка, это твой замок, где хочешь, там и делай. Но ты даже не посмотрел. Сонь, мне надо работать, делай его сама. Ты теперь всегда работаешь, с нами никто не играет, правда, Захарик? Вот и Захарик говорит, да. Папа, поиграй с нами. Соня, я не могу с тобой играть сейчас, у меня работа. Ну хотя бы чуть-чуть. Соня, я не могу с тобой поиграть сейчас, Соня. Не надо меня по 100 раз об одном и том же спрашивать, хорошо? Делай свой замок сама. Сонь. Я не могу сейчас разговаривать, я тебе говорю. Давай, я освобожусь, перезвоню тебе. Все, давай, пока. Добрый день. Привет. Тебе привет, Сонь. Бить меня снова будешь, да? Буду. Папа сказал, маму защищать от дяди. Понятно. Сонь, прекрати. Артем, как тебя по отчеству? Длинное, просто лучше Артем. Артем очень нам помог, и нельзя его бить. И вообще, никаких драк. Поняла? Ладно. Что у вас снова случилось? Артем, мне очень неудобно тебя просить, но мне нужна работа. Позарез. Почему такая срочность? Что-то серьезное случилось у вас? Я поняла, что не хочу полностью зависеть от мужа, в смысле денег. А по профессии кто ты? Бухгалтер. Но с рождения Сони я не работала, а она потому что много болела. А потом появился Захарик, но я все быстро вспомнила. Да я не сомневаюсь, просто для бухгалтера сейчас у меня ничего нет. Понятно. Прости, что побеспокоила. Но будет. Я хочу открывать новую линейку. Хочу торговать электроинструментом. И для этого мне нужен кредит. А чтобы получить кредит, мне нужен бизнес-план. Ты можешь написать его? Ой, я не знаю, но я попробую. Попробуй. Это будет частью испытательного срока. Но в любом случае деньги я за работу заплачу. Спасибо. На. Соня, что Соня, ты куда? Делаешь? Я же тебя просила. Ты просила не драться. Так я не дерусь. Артем. Артем, я не знаю, что на нее нашло. Давай почищу. Да ничего страшного, тут в основном копии. За тобой глаз да глаз нужен. За тобой тоже. Соня! Артем, я не знаю, как за нее извиниться. Может, ты пообедаешь с нами? Санюш, ну прости меня. Я не должен был на тебя кричать. Прости, я больше не буду. Будешь. Мам, меня теперь никто меня защищать не будет. Как это никто защищать не будет, а? А я на что? Я тебя всегда защищать буду. Всегда, ото всех. Неправда. Ты тебе скучно и злой. Ты со мной даже играть не хочешь. Я с тобой играть не хочу. Соня, я с тобой очень хочу играть. Я хочу пойти с тобой в парк.
Ведь день кататься на каруселях. Есть эти твои вот эти леденцы твои любимые. Мороженое тоже есть будет? Мороженое, конечно, будет. И уточек пойдем кормить? Ох, не знаю. Если ты так будешь долго собираться, то уточек мы уже никаких не покормим. Улетят голодные. Голодные? Угу. Папа, я быстро, а ты Захарика пока собирай. Давай, быстро, 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 быстро. Пожалуйста. Спасибо большое. А мне пирог. А упрямую девочку Соню, которая портит чужие вещи, я десертом кормить не буду. А я, пожалуй, угощу. Ты же просто слушалась папу, да? Кстати, а где твой папа? Мне кажется, мы могли бы с ним подружиться. Уехал в командировку. Надолго? Мы не знаем, когда он вернется. Жалко. А можно мне все-таки кусочек торта? Да. Да, Евгений Ильич. А, снимки в работе делаются? Я с детьми гуляю. Ну ничего страшного. Подождет. Ничего с ним не случится. А нам еще уточек кормить. Я говорю, нам еще уточек кормить. Пап, мы домой пойдем, да? А не уточку, да? Ты же на условии сердитый. Ну что ты, а? Маленькая. Конечно, мы пойдем к уточкам. А это я тебя от слова дяди спасал. А мы, конечно, пойдем уточек кормить. Давай, пойдем? Ну, иди ко мне. Иди ко мне. Вперед. А это Захарик. Ему понравится. Давай, беги. Ну, тоже хочешь? Ну, давай. У тебя сегодня тоже праздник. Алло, Артём, привет. Я дописала бизнес-план и отправила тебе на почту. Да, хорошо. Завтра созвонимся. Прости, что так поздно, но ситуация экстренная. У Захарика что-то с желудком, я не знаю, он плачет уже целый час. Мне надо в аптеку бежать, а оставить их не с кем, посиди с ними полчаса. Да-да-да, конечно, да? Конечно, да. Хорошо, вот ключи от верхней, я на нижней не стал закрывать. Соня тебя ждет. Спасибо, спасибо. Не за что, давай. Уже поздно. Как я пойду, когда ему так плохо? Ну да, ты вот не уснешь. Тихо, тихо, тихо. Спать не смогу, пока ему легче не станет. Сейчас станет. Тихо, тихо, тихо. Так, все. Ага. В общем так, фармацевт тоже считает, что это желудочные колики. Ага. Все в пакете, все, что должно помочь. Да, а если не поможет? Ну будет госпитализация, значит. О, Господи. Все, помогай. Да открывай. Я все виновата. Я дала ему сладкий леденец. Так, а ну-ка отставить истерику. Леденец ты дала мне, а я уже дала у Захарику. Так, все, давай. Давай. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Ну, ну, ну. Ой. Ну, вот, о, вот. Вот, ну, вот молодец, хороший. Молодец, ты, молодец, скушал. Хватит? Вот, так, вот, тихо, ой, тихо, 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 мой хороший. Соня, иди спать. Все, ему лучше. Все. Так, тихо, тихо. Пока. Давай. Иди. Ну. Ну все. Спасибо тебе, что посидела с ними. Я ужин с собой принесла. Если хочешь, могу разогреть. Да, ну нет. Что-то спасибо тебе. Вставать, наверное, рано, да? Вставать мне как обычно. Но все равно неудобно. И так меня спасла.
Тихо, все. Тогда я пойду. Я тебя провожу. Давай, мой герой. Давай, мой хороший. Мой герой. Спасибо тебе еще раз. Спасибо. Пока. Пока. Спасибо. Лена. Что-то ты сегодня припозднился. Опять по кафе гуляем? Ведем светскую жизнь? По аптекам хожу. У Захарика живот прихватило. Так. Чем ты его накормил? Ничем я его не кормил. Все, лекарство дал, спит. Ну, я так и знала. Я же говорила, тебе нельзя детей доверять. Так все, хватит. У тебя вон свой комплект детей есть. А, ты еще шутишь. Молодец. Между прочим, и твоему Захарику мама все еще я. Или там Инна уже его усыновила. Ну, Лен, а? Ну, хватит. Хватит мне сейчас вот это. Я весь день сегодня бегаю. Вокруг детей ношусь. Прекрасно. Зато теперь ты знаешь, как проходят мои дни. Весело, легко, расслабленно. Хорошо, что ты не знаешь, как проходят мои. Почему это я не знаю, как твои проходят? Знаю. Между прочим, я устроилась на работу. И за сегодня написала бизнес-план. Да? Ну и что? На работу с детьми ходишь, да? Нет. Я работаю удаленно. Ух ты! И кто же у нас этот прекрасный работодатель? Кто? Боже мой! Леночка! А это не прекрасный ли наш Артём? Снова появился и спас нас. Я о нем в таком контексте не думала. Боже мой. А что, другой работы не могла найти? Вася, какую другую работу? Ты прекрасно знаешь, какой у меня был перерыв. Ну, раньше тебя это не волновало. Так раньше ты был рядом. А теперь мне приходится зарабатывать. А, то есть тебе захотелось независимости, да? Да, захотелось. Вася. Вася, все изменилось. А вдруг это навсегда? Что значит навсегда? Мы не знаем, что случилось, и не знаем, как вернуть все на свои места. А вдруг мы не узнаем никогда? И что теперь делать? Наверное, надо учиться жить друг без друга. Я больше не вижу вариантов. Нет. Соня, вставай! Тебя ждет самый-самый вкусный завтрак.